В областном центре продолжается акция «Неделя без турникетов». В четверг школьники среднего и старшего звена, а также студенты колледжей отправились на одно из самых успешно развивающихся предприятий региона – на парашютный завод «Полет». «Неделя без турникетов» – это широкомасштабный проект по профориентации. Участие в нем принимают все регионы страны. В нашей губернии активнее всего включились компании «Иваново» и «Кинешма». На сегодняшний день подключено более 70 предприятий нашей Ивановской области. Но радует то, что все больше и больше с каждым днем вот желающих как раз со стороны предприятий. Вдвойне приятно на отдельных предприятиях встречаются с подрастающим поколением сами руководители. Парашютный завод «Полет» на рынке уже 93 года. Это современное и высокотехнологичное предприятие полного цикла. Здесь собственное швейное и металлопроизводство, конструкторское бюро, химическая лаборатория. Продукция, произведенная здесь, известна во всей стране. В заказчиках силовые структуры, военная и транспортная авиация, спортивные клубы. На предприятии работает больше 600 высококвалифицированных специалистов и рабочих. Попасть в штат – большая удача для нацеленного на карьеру человека. 4 года назад мы приняли решение на комитете по стратегии о необходимости обновления кадрового состава, чтобы выйти на средний возрастной ценз 40-45 лет, и целенаправленно по определенным профессиям, в том числе руководителей, стали подбирать на конкурсной основе замену и уже растить сотрудников в стенах предприятия. Период адаптации – это 2-3 года. Только через 2-3 года можно понять, человек готов работать или нет. Как таковой текучки в компании нет. Здесь работают семейными династиями. У 10% сотрудников всего одна запись в трудовой. Тем не менее, у сегодняшних школьников есть шанс на трудоустройство в будущем. Предприятие расширяется. Например, в прошлом году было открыто 120 вакансий. Планирую свою жизнь связать с инженерией, со сборкой радиоэлектроники. И, возможно, даже буду работать на этом заводе. Сюда я пришел для того, чтобы узнать немножечко о техническом оборудовании завода, о самих парашютах, о производстве этих парашютов и о зарплатах на этом заводе. Зарплаты и условия работы на предприятии стоят того, чтобы побороться за вакансию. В акции «Неделя без турникетов» примут участие больше 1500 школьников и учащихся лицеев и техникумов региона. Возможно, посмотрев кухню крупных компаний изнутри, подростки сделают правильный выбор будущей профессии. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.